Привет всем! Хочу сегодня показать упражнения по йоге. Будем делать на полу. Все упражнения уже, кто хочет делать упражнения из вашей йоги, корректный подход к позвоночнику, то вам на мастер-класс «Здоровый позвоночник» там полный комплект упражнений. Но для этого хочу, чтобы вы вообще попробовали, что это такое. Давайте первое упражнение. Стопы. Колени на ширине таза, ручки на ширине плеч. Выстраивайте по себе, как если бы вы футболочку положили на пол. И вот так вот ножки, ручки разместили. Угу. Дальше округляем спину. Подбородок опускаем к херенной впадине, чтобы у вас голова не висела, чтобы не напрягался затылок. Всегда вот в таком положении головы, пожалуйста, фиксируйте голову, как будто делаете горловой замок. Сильно округляем спину, как бы выталкивая грудное отдел наверх. Напрягаем ягодицы, подтягиваем низ живота. И удерживаемся. Выше грудной отдел. И хвостик на себя. Минутку стоим. Здесь происходит и вытяжение позвоночника, и работа всех мышц. Упражнение кошка. Работаем. Все время ягодицы сильнее сжимаем. Низ живота тянем на себя. И еще выше грудной отдел. Прям включаем мышцы корпуса, лицо расслаблено, затылок расслаблен. И здесь очень аккуратненько на 5 секунд поднимаем колени над полом. Все сохраняем в том же виде, никуда ничего не разъезжается. Ставим. Мы резко мышцы напрягли, качнули кровь и лимфу, да, и дальше отдыхаем в позе ребенка. Большие пальчики соединили, ягодицы на пяточке. Центр ладошки на центр ладошки, лоб сюда, отдыхаем. Происходит вытяжение поясничного отдела, который отвечает за женские органы. Можете и подольше находиться в упражнении, да, мне хочется вам больше показать. Смотрите, дальше. Любое перемещение, неважно в упражнении вы или где, вам нужно сделать следующим образом. Перекрестить ножки, перекатиться через скрещенные щиколотки, для того, чтобы кости таза у вас были на одном уровне. Потому что если вы русалочка, перекатываясь на одну сторону, то у вас происходит смещение таза, и перекатываемся на ту сторону, где смещение уже есть. Поэтому, если вы к зеркалу подойдете, посмотрите на положение этих косточек, то вы можете увидеть, что после родов одна выше, другая ниже, одна впереди, другая сзади, поэтому не надо усугублять этот процесс. Делаем вытяжение и вот так перекатываемся правильно. Неважно, опять же, на кровати вы или на коврике. Симметрично руками перенесли себя, да, на седалищные бугры. Стопы соединили бабочкой, но расстояние промежности до пяточек – это длина вашего позвоночника. То есть не близкая бабочка, да, а такая правильная, далекая бабочка. Напоминаю, завтра у нас четверг. Танцы у нас завтра или спорт? Танцы. Вот женская пластика. Тоже, наверное, на коврике посмотрим, что мы можем делать в позах. Макушечкой тянемся наверх, потому что там ножки нужно укреплять, и мышцы бедер. Упражнение. Вытягиваемся наверх макушкой, также подбородок опускается вниз. Часто во время упражнения вы можете даже замечать второй подбородок. Но на самом деле мы его делаем, чтобы вытягивать шею, и в итоге шея удлинялась, второй подбородок исчезал. На упражнениях это может выглядеть вот так вот. Да? Не буду показывать красиво, буду показывать, вот, что мне от вас нужно. С ровной спиной подтягиваем низ живота. Кто не может низ живота, вижу. Подтягивайте, мы наклоняемся вперед. Не помогая себе руками, руки здесь вот положите куда хотите, пассивно. Низ живота подтянут, подбородок точно так же к херенной впадине.
И я останавливаюсь там, где мне комфортно, где мне позволяет тело. Вот все, дальше я не могу опуститься. И вот я останавливаюсь здесь, расслабляю спину, потому что наклон у меня был с прямой спиной. Я наклонялась с прямой спиной, да? И как только я чувствую, что все мне тянет внутреннюю поверхность бедер, поясницу, ну, то есть они не пускают меня дальше, я ничего не притягиваю, просто расслабляюсь в этом положении. Вот, расслабляюсь. Ручки положила, не тяну. Подтягиваю низ живота, подбородок фиксирую. Чувствую вытяжение в грудном отделе позвоночника. Сразу хочу вам такую фишечку дать, что вот это вот положение, да, бывает, что болит спина, нужно делать какие-то дела, вы не можете заниматься там йогой специально, да. Я делаю так, я правильно занимаю положение тела, дальше я здесь кладу книжку, видео, YouTube, ну что-то, что мне нужно прочитать, подтягиваю низ живота, ложусь в это упражнение, ставлю себе свет и читаю, смотрю, то есть 5, 15, 10 минут, потому что у кого сильно болит спина, хочется прям подольше вытянуться, потому что это такая домашняя, ну то, что мы называем остеопатией, да, вот, ну, какого-то такого движения позвоночника. Поэтому вот используйте не только как упражнение, но и чтобы подольше побыть, да, что-то здесь можно поделать. Можно, конечно, просто расслабиться. Выход из упражнения мы с прямой спиной возвращаемся в исходное положение, низ живота подтянут, вот, и мы вот так вот вернулись. Так, что мне еще вам тут показать? Еще хочу вам показать лягушку. Опять снова перекрещиваем щиколотки, переходим вот сюда с ровным тазом, да? Дальше ставим стопы на ширине таза, где-то стопы ставим. Вот сюда, поза лягушечки. Руками себя здесь впереди фиксируем, голова точно так же, подбородок опускаем. Пятки, вот у меня не встанут пятки, но у кого-то встанут. Это не критично. То есть получится поставить пяточки, поставьте. Не получится, ну не ставьте тогда. Ручки впереди, подбородок идем на впадине, и вот здесь вот тоже происходит хорошее вытяжение поясницы. Вы можете вытяжение не чувствовать. Вы можете чувствовать ноги, мышцы, напряжение. Но оно все равно происходит. Да? То, что я что уже привыкла к этим упражнениям, чувствую тело, у меня абсолютно ровный позвоночник, да, и любые небольшие смещения я чувствую, и поэтому я как бы чувствую эти моменты. Вы можете не чувствовать, это абсолютно нормально. Подбородок фиксируем. Не знаю, что лицо смотрелось как-то прилично. Так, ручки можно вот сюда, но не хочу вас особо путать, да, чтобы вы, не дай бог, там на копчик не упали, да, вот здесь немножко ручками фиксируемся впереди, вот, чтобы не потерять равновесие. Пяточки держим, коврик. Подбородок опускаем вниз. По времени нахождения в упражнении на вытяжение выбирайте сами. У кого сильное смещение, вы долго не сможете. Если вытяжение среднее, то наоборот вам захочется долго быть. Вот. У кого нет смещений, таких не бывает. Поэтому скорее выбирайте самостоятельно. Я смотрю по ощущениям. Но в целом ориентируйтесь там 3 минуты, если кому нужен на четкий рецепт. 3 минуты в любом упражнении. Дальше снова перекатываемся через крещенные щиколотки. Ложимся в предпоследнее упражнение. Коленочки по очереди к животу и груди. Это упражнение есть у меня в ленте. Всегда даю его на курсе по интимной гимнастике, потому что оно здорово ускоряет процессы, результаты. И без него мы прям долго идем, прям долго. А вот с ним намного быстрее.
Вот. Давайте покажу его разновидность. Колени с двух сторон от живота. И дальше кому-то будет удобно вот так вот положить, да? Получается, мы в стороны тянем ножки, а кошка тянемся назад. Чувствует такое раскрытие тазобедренных суставов. То есть мы и к себе, и сюда, но весом рук просто кто-то вот так положит, кто-то вот так положит. Вес рук давит на ноги, я не тяну, я просто положил и расслабил. Положила и расслабила. Лопушкой слегка назад тянусь. Зафиксировать коленочки. После упражнения обязательно просто важно полежать, вытянули ножки так, чтобы бедра не касались друг друга, подмышечные впадины свободны, ладошки в потолок, стопы немножко в стороны раскрываются, потому что после всего, что вы сделали, вы просто лежите, а вытяжение позвоночника продолжает происходить. Дышим животом. Кому неудобно в таком положении тянет поясницу, то можно согнуть ноги в коленях, это тоже допустимо. И дальше наблюдайте за ощущениями после упражнения. Кто хочет освоить комплекс по видео, то это мастер-класс «Здоровый позвоночник» на моем сайте. Пишите мне в директ, да, я вас ориентирую. Можно будет выучить такой комплекс, если вам нравится, как чувствует себя тело, и уже, соответственно, вот, и уже заниматься полноценно. Поэтому до завтра. Завтра мы танцы. Эротическая пластика, и в общем, будем с вами заниматься. Все, хорошего дня. Напишите потом, когда сделаете упражнение, как вы себя чувствуете.